Хороший старт для молодых спортсменов. Федерация восточных единоборств начинает учебный год с состязаний. В городе в воскресенье состоялось открытое первенство по всестилевому карате. Участников набралось 240 человек. Приехали и гости из других регионов. Наш вид спорта всестилевой карате по рейтингу среди организаций неолимпийских видов спорта занимает уже второй год подряд первое место в регионе. И количеству занимающихся более 4000 человек во всех городах региона. Карате действительно популярный вид. Год от года желающих заниматься все больше. Это подтвердил фестиваль единоборств. В ближайшее время на территории города Ивана будут проведены целые недели некоторых дверей спортивной школы муниципального города, муниципальной спортивной школы, с тем, чтобы каждый желающий мог еще раз для себя посмотреть, какой спорт ему интересен, познакомиться с базой, которая представляет спортивную школу, посмотреть на спортсменов, посмотреть на тренировочный процесс и уже принять для себя окончательное решение, чем он хотел бы заниматься дальше. Сражаться участникам предстояло в двух возрастных и дисциплинарных группах. Для ребят 6-11 лет проходили учебно-тренировочные сборы по киокушинкай карате. Для тех, кто старше с 12 до 17 лет – всестилевое карате. Я занимаюсь карате 5 лет, 4 раза в неделю. 5 лет назад папа привел меня на карате, и мне очень сильно понравилось. И моя мечта – стать чемпионом мира по карате, и для этого нужно, чтобы больше тренировался. Тебе приходится переносить разные удары, и часто это бывает больно. Но потом ты закаляешься, и тебе это становится уже не так и больно. Это первенство для участников разминка перед важным стартом. С 19 по 23 сентября в Анапе будут проходить открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств. От нашего города едет большая делегация – 25 человек, в том числе и те, кто победил на первенстве. Обещают привезти массу наград. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.